сегодняшнего дня те граждане, которые пользуются метрополитеном, не имеют карточку любого банка с возможностью оплаты PayPass, могут воспользоваться проходом в метрополитен без покупки жетона. В данный момент мы при помощи наших партнеров на банке и системы MasterCard установили первую карту букета, то есть установленные они были на пассажиропросующих станции. Сейчас мы находимся на станции вокзальной, такой же букет есть еще на станции Покровская. В ближайшее время все станции метрополитена будут оборудованы таким же букетом. Ну и соответственно в данный момент мы можем воспользоваться любой банковской картой для того, чтобы оплатить проезд в метрополитен.